и очень многих интересует. Вот буквально пару предложений расскажите. PhD, обучение, вот вам, получается, платят стипендию, или же сколько стоит PhD обучение в Гарварде? Вот, может быть, вы получили какой-то частичный scholarship, или вы сами оплачиваете? Вот буквально, если это не супер конфиденциально, об этом поговорим. Нет, это не конфиденциально. Я, конечно, я думаю, что это будет полезно. Я на самом деле недавно думал, я веду свой телеграм-канал, не знаю, мне часто пишут в LinkedIn или бот, то есть молодежь, как поступать, то есть откуда взять scholarship. Я в течение там, последнего года там, был типа ментором там, пару студентов, я оказал, как бы помогал им, то есть куда, что, откуда найти информацию. И думаю, что недавно я, по-моему, буду делать такие office hours, типа объяснять людям, а то у меня LinkedIn там, минимум 100 сообщений, и я, мне иногда стыдно, что я не отвечаю. А насчет финансовой части, да, если вы учитесь в PhD, то делаете докторантуру в Штатах, большинство случаев, если это университет считается топовым, там, не знаю, топ-50, либо там топ-100, то большинство случаев вам не придется платить ничего, а наоборот, университет платит вам стипендию и даже покрывает вам страховку, которая является очень тоже дорогим. И в моем случае, да, я не плачу никакие там tuition, и мне, наоборот, в течение моей деятельности, до сих пор, пока я здесь зачислен, мне платят стипендию, страховку, и там есть другие там бонусы, например, там конференции, если я могу летать, то они покупают билеты, и есть еще, например, такая случай, что они дают там бесплатные лаптопы каждый год. Интересно. Вот. То есть можно рассчитывать на то, что вы будете хорошо учиться, и если будете заниматься исследованием, то можно получить очень хорошую поддержку от американцев. Ну да, это по сути я являюсь докторантом, но это для меня и для других это считается как работой. То есть я не считаю себя студентом, потому что я параллельно работаю с профессорами наравне, то есть мои соавторы. И если вы студент, то вы можете также работать преподавателем, то есть я с 2021 года, то есть с весны я буду преподавать, и то есть такие фишки тоже есть, то есть я не только занят обучением, но еще я пытаюсь тоже обучать, то есть у нас много студентов, магистрантов, бакалавров, которые нуждаются в какой-то помощи. И, кстати, недавно был такой случай, что мне написали из центра изучения евразийских стран, оказывается, как кому-то нужен преподаватель по узбекскому языку. То есть, так как я являюсь единственным узбеком в Гарварде, они не пришли на меня, то есть помогите преподавать узбекский язык, например. Супер, классно. Спасибо.